Шумиевской. То есть я стараюсь не подражать какому-то культуру, а как бы сублимации из всех древних культур делать вот как бы свою такую. Вот. Она держит змею за хвост, пальцем показывает вниз. Она через корону продета, и погремушка у нее чем-то там надеты родные органы похожие. И текст, например, когда пишешь, думаешь, как назвать? И текст такой: помни место страсти, и для обозрения ее возвышает. То есть люди хвастаются не своими страстями, сердечные страсти берегут. И поэтому, а чтобы хвастаться, надо повыше поднять, чтобы все остальные люди все хвастаются. И поэтому сейчас время возвышенной низменной страсти. Или вот это, вот она держит такой бокальчик маленький, за спиной ножик держит. И текст такой: меру ведающий, голову сохраняет. То есть весь человек хороший, но меры не ведает, тогда вот сейчас на голову теряет. И поэтому вот это такая вот она.